Привет, друзья! В спорте, как и на телевидении, часто происходят забавные и очень даже смешные моменты. Иногда люди даже не подозревают, что в одну минуту с ними может произойти что-то, с чего тысячи людей будут смеяться долгое время. Ведь никто не может предостеречь себя от позора или неловкой ситуации, когда это происходит в прямом эфире или на глазах у сотни зрителей. Думаю, вы хотите это видеть. Но для начала не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Поехали! Эти кадры были сняты туристами, которые находились во время смены караула. Гвардеец королевы Великобритании поскользнулся на крышке люка. Его сослуживцы сделали вид, что ничего не произошло. Не знаю, что бы сделал я на их месте. Но думаю, им было не просто сдержать смех и достоять смену. А что сделали бы вы, если бы попали в данную ситуацию? Во время этого прямого эфира мужчина хотел продемонстрировать свои таланты и решил забраться на лестницу. Но молодой человек даже не подозревал, что может произойти. Дойдя почти до верхней ступени стремянки, он упал. На видео можно заметить не одну, а целых две позорных ситуации. Одной из девушек, которая держала лестницу, удалось устоять на ногах после падения стремянки. Но вторая упала, оголив свои бедра. Думаю, мужчине было очень неловко. Это можно заметить по его манере поведения после казуса. Видимо, он так растерялся, что и забыл подать руку ведущей, сидящей на полу. Этот нелепый кадр был заснят на одном из мероприятий. На видео видно, как Трамп жмет руку президенту Польши, после чего тянет ладонь его жене. Но та вовсе не собирается прощаться с ним. Возможно, президент США думал, что этого никто не увидит, но об этом говорит весь мир. А эта ситуация произошла на одном из спортивных матчей. Когда камеры были направлены на пару, парень хотел поцеловать девушку, но та была против. Уверен, парню было не особо приятно. Выпускник этого университета был так рад окончанию учебы, что решил сделать сальто назад. Вышло забавно и, скорее всего, не очень приятно для парня. Keaton Taylor Briggs. Поздравляя с победой в соревнованиях, мужчина, видимо, забыл, что у спортсмена нет рук. Он тянет свою руку парню, но тот не понимает, почему он это делает. Мужчина, скорее всего, растерялся. Думаю, ему было очень неудобно перед парнем. Во время этого видео вы увидите не один смешной момент. Парень решил сделать своей девушке предложение. Став на одно колено, возлюбленная подумала, что он падает, и схватила его за руку. Но это еще не все. Молодой человек точно не думал, что у девушки будет такая реакция. Она просто убежала. Но разворачиваясь, его возлюбленная сбила ребенка с ног. Девочка начала плакать, а подруги невесты стали успокаивать малышку. После все разошлись, будто ничего и не было. Люди спиной по кругу ходят друг за другом. И никто даже не подозревал, что из-за одного человека произойдет такой смешной казус. Все начали падать как домино. Рефери перепутал победительницу, подняв руку не той спортсменки. Мужчина вовремя сообразил, и девушка, выигравшая бой, даже не заметила, что произошло. Проигравшая была бы не против такого поворота событий, но увы. А что сделали бы вы на месте рефери? Как выкрутились бы из данной ситуации?
Этот смешной случай произошел на концерте. Сделав поворот на сцене, певица хорошенько упала. На красной дорожке может произойти что угодно, но такое увидишь редко. Звезда демонстрировала свое платье, как вдруг его нижняя часть оборвалась, и девушка оказалась полуголой. Этот веселый прямой эфир запомнится зрителям надолго. Телеведущая готовит блюдо, стараясь удивить гостей своим умением ловко подкидывать еду на сковороде. Но что-то пошло не так. Все содержимое сковороды рассыпалось по кухне. Во время провального мастер-класса женщине удалось поджечь плиту и пару кухонных приборов. Но также телеведущая смогла рассмешить гостей и своего приятеля, которые будут часто вспоминать этот веселый эфир. Все девушки знают, что в ветреную погоду платье лучше не надевать. Не знаю, кто выбирал наряд для этой ведущей в тот день, но ребята, видимо, не смотрели, какая будет погода. Девушке пришлось вести все мероприятие, стоя на одном месте и придерживая свое легкое платье. Уверен, этот день и ведущие зрителям запомнится надолго. Ведь многие увидели, какое белье на девушке, а некоторые даже успели сделать пару кадров. Этот кадр поразил всех. В 2014 году о министре конституционных реформ и отношений Марии Боски узнал весь мир. В интернете стали появляться фотографии, на которых женщина, наклонившись, случайно показала свое нижнее белье. При этом Мария повернула спиной к фотографам, которые не могли упустить такого шанса, не сделав несколько пикантных снимков красотки. Как оказалось, позже появились реальные снимки с данного мероприятия. На них видно, что Боски, находясь в том же положении, вовсе не демонстрирует людям свое белье. Многие утверждают, что это дело рук профессионала, который подставил элемент одежды на фото. Думаю, это так. Зачем людям утверждать, что у министра реформ действительно не было видно нижнего белья? Ведь так будет неинтересно, и людям будет не о чем говорить и нечего обсуждать.